Ну что ж, все мы знаем, какие отношения обычно бывают у дяди с тёщей. Хорошие. Хорошие. Пожалуйста, поднимите руки те, кто любит свою тёщу. Нет, ну. Я не вижу, наверное, всех мужских руках, например, что он один, кто поднял руку и можно напугал. Вот. Александр Петрович. Хорошо. Но, Ваня, я хочу сказать, что тёща у тебя замечательная. Татьяна, вам надо очень тонкий психолог. Ты ей ничего не говори, она уже все знает. Ну, я бы сам догадался. Но мне хотелось бы узнать, что же Татьяна Ивановна думала, когда впервые увидела, когда впервые познакомилась с Иваном. Пожалуйста, вспоминай первые впечатления о юноше. Хорошие впечатления. Ирина Ивановна, о тёще очень много бывает всяких присказок, анекдотов, а вот о свекрови не надо бы знать. Я лично знаю только один. Как-то раз молодой человек привел в дом троих девушек и сказал: «Мама, я знаю, ты у меня мудрая. Отгадай, какая моя невеста?» На что она ответила: «А вот та слева». «Мам, как ты догадалась?» Она мне сразу не понравилась. Но я так полагаю, что Ирина это не относится, я прав. Ваше первое впечатление о Ирине. Восприняла это очень коротко и ясно. Спасибо вам. Спасибо вам, Ирина. Итак, следующий вопрос. Город мечты Ивана. Фокнется. Вопрос вообще на трилее. Кем Ирина мечтала быть в детстве? Учительница. О, как неожиданно! Как неожиданно и как же точно! Это действительно так, учительница. Не менее легкий вопрос. Сколько детей мечтаете вести Иван? 3, 10, 15? Нет, мы теперь оцениваете. Двое! Двое! Кого? Кого? Мальчик и девочка. Вот так вот и пожелаем им. Я вот уже нагадал мальчика. Посмотрим, может вы нагадаете девочку. Ну, кстати, это не за горами. Еще раз, пожалуйста, вы считали на кого? Для мальчика. И сколько? 270. Отлично, 270. Аплодисменты. Конфеты и мандарины не считали? Не считали. Пожалуйста, вы считали на? Отлично. И сколько же вы насчитали? Все зачитаешь. А, похитители.
Между прочим, ребята очень хорошо станцевали, действительно. Я надеюсь искренне, что вам вернут паспорта. Все было идеально. Готов? Друзья, готовы? Раз, два, три!